Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением в адрес Израиля после информации о том, что подводная лодка «Цахала» пересекла Суэцкий канал и направилась в сторону Ирана. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатебзаде заявил, что страна сумеет защитить себя от любого рода провокаций со стороны США и Израиля. Заявление прозвучало спустя неделю после того, как в Персидский залив зашла атомная подводная лодка ВМФ США.